Продолжается спартакиада трудовых коллективов на Кубок Славянского городского суда. В этот раз спортсмены встретились на водной площадке бассейна «Дельфин». Участники спартакиады приняли участие в соревнованиях по водному поло. За победу приехали побороться 10 команд. Борьба за призовые места развернулась нешуточная. По итогам соревновательного дня места в турнирной таблице распределились следующим образом. Первое место у команды «Олимпийский управбас», серебро у коллектива управления образования. Третьими стали спортсмены сборной администрации района. Итоги спартакиады будут подведены в начале декабря. Тогда и станет известен самый спортивный трудовой коллектив района. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».